Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварок. Я слегка прихворал, поэтому на голос не обращайте внимания. И сегодня мы с вами будем обсуждать такого героя, как Лесси. Ну и также хочу напомнить, что вы всегда можете оформить по ссылочке в описании дебетовую карту Тинькофф All Games, где у вас будет кэшбэк до 30% на некоторые моменты, бонус за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание 0 рублей. Ну а если вы ее оформите до 10 декабря, то вы имеете все шансы получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на покупку совершенно чего угодно. Этот чел уникален тем, что он вешает на всех антихил своей ультой. И антихил у него 100%. То есть восстановление хпшек невозможно от слова совсем. В отличие от того же Зелуса, когда ему апш манускрипт, он режет антихил на 30, по-моему, 5% или 30, ну не суть. И, конечно, за счет своего навыка этот товарищ самый лучший саппорт на первом рейде. Особенно на высоких его этажах. Ну, благодаря ему я их и прошел, собственно. Потому что устраивать страдания с проходкой 1.21, как это устраивал 9-й игрок, из-за отсутствия лассира, ну, мне было бы лень, наверное. По идее, этот товарищ может наносить достаточно неплохой урон, потому что, во-первых, у него есть талант на песчаную эрозию. Каждый заряд наносит маг урона равно 10% атаки в секунду, и это суммируется до 3 раз и висит на всех. А с его, в принципе, неплохой базой атаки в 4 с небольшим тысячи на 6 звездах, это очень даже неплохой будет буст, когда мы его сможем нормально одеть. Чтобы он наносил урон, нужно, конечно же, позаливать ему буст скиллы. У меня все упало в две пассивки. Первая из них это посмертная эрозия, когда враг с 3 стаками песчаной эрозии умирает. Другой соседний товарищ получает 2 уровня песчаной эрозии. И вторая пассивочка. Все с песчаной эрозией получают замедло, что неплохо будет увеличить урон, потому что он из фракции культистов, а культисты, как известно, при наличии своего лидера увеличивают урон по законтроленным товарищам. Ну и, конечно же, ульта наносит 800% урона при фул прокачке, будет требовать 800 ярости, и антихил будет действовать целых 15 секунд, что очень даже хорошо. Итого, товарищи, я собирал максимально восстановление ярости и скорость, потому что заливать ему скиллы у меня, к сожалению, нет камней лишних. Поэтому на колечке у него реген ярости в мейнстате, скорость в допах. Амулетик совершенно противоположная скорость в основе, реген ярости в допах. И браслет на восстановление ярости, скорости, к сожалению, не дропнуло. Но если поискать сейчас, то что-то должно измениться. В любом случае, я его собирал в это, когда только-только он не упал, и ничего мы с ним больше не делали. Ну и сет вихря на плюс скорость у пушки и плюс от сета, поэтому товарищ будет бить с интервалом в 1.8, то на нем висит сансара. Как видите, сансара тоже не точно в пул, потому что ему, в принципе, этого хватает. То есть реген ярости плюс 100 с копеечками небольшими ему прекрасно позволяют перекрывать каждый ульт бревна на первом рейде своим антихилом. Урон, конечно же, он у меня не наносит. Но там какие-то крохи есть, но для урона он мне не нужен. В принципе, вот такой коротенький обзор на него получился, поэтому давайте расходиться, пойду пить таблеточку. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. С вами был Сварок, удачи!